Друзья, всем привет! Опять выбрался я на рыбалочку. Вот сколько машин стоит. Рыбачки там плавают. Срач, как всегда. Вот я жду, сейчас они уплывут. Надеюсь, что сегодня нам повезет с рыбалкой. Там посмотрим. Ну что, друзья, я уже на воде. Лодок, конечно, очень много. Там его, наверное, не видно, на камеру не передает. Очень много лодок с той стороны стоит. С этой там в камышах. Рыбачок, он стоит на пристани, ловит. Ну, мы поплывем вон туда. Там мелководье, коряжник. Будем пробовать там. Нет, вернемся сюда. Здесь тоже глубины 3 метра, 4 метра. Есть ямы 6. Будем пробовать. Поехали. Ну что, друзья, пятый заброс уже сделал. Тишина. Поставил колебалку. Тоже. Пока тихо. Вот про лингвисты плавают. Спрашивал у них. Ни у кого ничего не клюет. С чем это связано, непонятно. Начинает моросить дождик. А рыбка молчит. Опять перекидал кучу силикона разного. Судачок не хочет брать. И щучка тоже. Наверное, придется плыть на мелководье. Может, там что-то будет. Потому что сегодня коряшки молчат. А хотелось бы поймать рыбку, сделать вечером себе уху. Сделаем еще пару забросов и поплывем на мелководье. Вышел на берег размяться, потому что уже болит пятая точка. Вот, причалил тут. Люди сделали себе такую сижу длинную. Сделали себе такую палаточку с навесом. Белую рыбу. Кресло у них там вон стоит. Молодцы. Шатер для костра. Сейчас пройдусь, посмотрю по лесу, может, грибы есть. И потом будем дальше рыбачить. Поднимается ветер. Будем пробовать. На водных мотоциклах, обалдеть. И не холодно ему. Забрался вот на гору. Там вот овраг и еще одна гора. Посмотрите, какой вид на реку. Красота. Все как на ладони. Такие плавают, а вот речка внизу, высоко. Грибов нет. Нет, есть. Есть какой-то гриб. Вот он. Не знаю, что это за гриб. Рядом еще вот такой же. И еще вот. Ладно, сейчас будем ловить рыбку. Очень хочется ухи.
сделать ушицу вечерком. Будем пробовать. Может что-то и получится у нас. Нет, мы отдыхаем. Природа, отдых. Это хорошо. Вон там на лодках уже плывут. Троллингисты, рыбачок он сидит. Ладно, грузимся в свой катер и вперед. Вот, ребята, заплыл в такие красивые заводи. Кидал свой хедон. Вот щучка. Мелкая, но мы ее сейчас отпустим. Но взяла очень жадно. Вся рыба, получается, стоит в камышах. Ну что, друзья, бросал блесну кусама. Наконец-таки поймал щучку. Ну вот такую мелкую. Сегодня день мелочи. Непонятно почему. Смотрите, какая блесна, какая щучка. Дивули. Ладно, продолжаем.